Всем привет! На канале Гуляй по миру, наше путешествие. Если вы еще не подписаны на наш канал, подписывайтесь. Вас ждут интересные выпуски про Кипр, а также про другие страны. Шезлонг 2,5 евро, зонтик 2,5. И обязательно нужно взять чек об оплате. Здесь дублируется, смотрите, на русском языке. Такие цены на пляже Sunrise. Сейчас начало разгара сезона на Кипре. На пляжах и в море полно отдыхающих. Вы это и сами видите. Но найти себе место на пляже, конечно, можно. Кипр нас удивил с хорошей стороны в этом году. Погода стояла хорошая. Солнце и примерно 24-26 градусов днем. И 18-24 ночью. То есть было все замечательно. Самая идеальная погода на Кипре в это время для отдыха с детьми. Ну и не только с детьми. Это был обзор пляжа на Кипре, Sunrise, Протараси, разгар сезона. На этом выпуск заканчивается. Если вы еще не подписаны на наш канал, то подписывайтесь. Вас ждут интересные выпуски про Кипр, Таиланд, а также видео из других стран. Я с вами не прощаюсь. Увидимся в следующем выпуске. Всем пока-пока.